При любом раскладе поехать в Рио-де-Жанейро. Об этом Илья Ильин заявил сегодня в Кызылорде, где принял участие в работе 19-й сессии областной ассамблеи народа Казахстана. Двукратный олимпийский чемпион выразил признательность всем казахстанцам за поддержку и благодарность спортивным руководителям и менеджерам за правовую помощь в разрешении допингового скандала. Спортсмен надеется, что сможет доказать нелепость и несостоятельность обвинений. В рамках сессии Илья Ильин и ветеран Корейской ассоциации Геха Крим получили медали «Берлик» за вклад в укрепление независимости Казахстана, дружбы, межэтнического и общественного согласия. Это удар ниже пояса, действительно. Мы не ожидали этого потрясения. Ну ничего, сейчас все хорошо, держимся, идем вперед. Работаем, занимаемся, работаем над собой, тренируемся. Не попадем на помост, так выйдем как тренер, как духовный вдохновитель. Потому что в любом случае моя команда, это моя команда. Они сейчас готовятся на Олимпийские игры. Я думаю, мы сделаем максимум все для страны, принесем медаль свою. Скажу, что я работал честно, я работал и днем, и ночью. Каждый мог прийти в зал, увидеть, как я работаю. Я считаю, что просто не могут выиграть на помосте, не могут сделать так, как сделали по-другому. Ничего страшного. Я молодой, переживу, встану на помост и еще раз выиграю.